Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Маджестику, точнее первый ролик по Маджестику. Сегодня хотим открыть 34 кейса с новогоднего ивента, поэтому всем желаю приятного просмотра, всем желаю приятного аппетита, кто кушает. Ну а мы погнали к ролику. Итак, смотрите, новогодние коробки. Их можно получить при достижении третьего левела. Также при достижении третьего левела, если вы активируете мой промокод, сейчас он вылезет на экране, при регистрации, либо при уже игре слэш промо хама, то вам дадут еще плюс к этим подаркам, дают еще 20 тысяч игровой валюты и платину VIP на 7 дней. Поэтому сегодня у нас 3 аккаунта, плюс-минус по 10-12 коробки. Чтобы залутать эти подарки, при достижении третьего левела, опять же, вам надо подойти, получается, значку подарка, телепортироваться в другой мир, доехать до елки и забрать подарки. Сразу небольшой лайфхак: вы можете забрать 12 подарков с момента публикации этого ролика. Вы можете забрать 12 подарков, если у вас уже есть третий левел. То есть вы подходите к елке, забираете, отходите, опять подходите, забираете, опять отходите, подходите, и так 12 раз. Если у вас нет левела, допустим, вы сделаете уже не 2 числа, а 3, допустим, числа, то вы уже будете 13 подарков забирать. И так вплоть до 16. Поэтому погнали к открытию. Так, у нас первый аккаунт, начинаем с него. Так, ну сейчас подведем итоги с первого аккаунта, сколько получилось у нас залутать и валюты, и Маджести коинов. Поэтому смотрим и переходим ко второму аккаунту.
Так, итого, с трех аккаунтов у нас получается вот такая сумма, вы видите сейчас на экране. Поэтому, думаю, неплохие призы на новогодний ивент. Ну, а я с всеми прощаюсь, ставим лайки, дизлайки, там пишем комментарии, что вам падало. И всем пока-пока.